Ребята, всем привет! В этом видео я буду расписывать бокалы вот в таком вот интересном стиле. Вот один бокал я расписала такой желтый, синий цвет, золотистый контур и синяя с желтой красочкой. Так я пробовала, тренировалась, и в итоге у меня такой вот стаканчик получился. Вот. Ну, интересное. И вот в таком вот стиле расписала бокал. Вот непринужденный, простой узор. Интересный по-своему. На ножке на основании сделала такие вот золотисто-желтые листочки. И в этом видео я покажу, как такой узор я нанесла на бокал. Использовать я буду золотой контур фирмы Декола. Контур по стеклу и керамике золота. Также буду использовать краски Витраль на растворительной основе. Ну что ж, перейдем уже к самому процессу. Присоединяйтесь к просмотру и поехали! Давайте я быстро расскажу о краске, которую я использую. Это краска фирмы Витраль. С обратной стороны тут хорошо не написано, как ее использовать, как хранить. Время сушки 8 часов. Краска по стеклу и металлу прозрачная фирмы Витраль. Краска на основе растворителя, то есть не на основе воды. Все цвета между собой хорошо смешиваются. Наносить на поверхность нужно обезжиренную, мягкой кистью или специальным спонжем. После высыхания поверхность гладкая и глянцевая. Это действительно так. Продукт морозоустойчив.
Краска легковоспламеняемая. Изделие можно мыть вручную, не мыть в посудомоечной машине. Хранить в защищенном месте от детей. Инструменты после применения промывать растворителем для масляной краски. Краски я заказывала через интернет-магазин в художественный. Также, я думаю, их можно приобрести в любом художественном магазине. Не знаю, есть ли они в наборе, я думаю, что есть. Я покупала их поштучно. Выбрала зеленый, синий цвет и желтый. Также почему-то я решила выбрать красный и такой вот вишневый. Они на стекле выглядят практически одинаково. Желтый и зеленый, они имеют такой вот полупрозрачный цвет при одном слое. Поэтому, чтобы цвет был насыщенный, я накладываю несколько слоев, не дожидаясь того, как краска полностью высохнет. Просто наношу сразу сверху второй, ну, следующий слой. Какой растворитель для масляных красок я использую? Вот обыкновенный растворитель для масляных красок без запаха. С помощью него я промываю кисточки. Все, быстренько вам рассказала. Теперь давайте приступим разукрашивать наш бокал. Thank you.
Ну вот, друзья, бокал наш готов. И вот такой вот интересный узор получился. Такие у нас как бы цветочки получились. Цветочки-паутинки. Такая сеточка получилась. Тоже по-своему оригинально смотрится. И с такими серединками. Контур золотистый и контур с блесточками золотыми. Как вам такая работа? По мне так очень даже интересно. Интересный узор получился. Так что таким образом можно украсить бокалы разными рисунками, удивить своих друзей, знакомых, близких, сделать на подарок такой набор с рисунком вашим авторским. Такая красотень. Ну что ж, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Но также внизу под видео в описании я оставлю ссылки с другими своими работами, с плейлистами, где вы можете посмотреть все и взять себе что-то на заметку. Посмотреть то, что вам по душе, то, что вам нравится. И тоже попробовать, либо повторить, либо что-то, какую-то идею из моих видео взять для себя, в своих работах применить. Так что вот так вот, ребята. Результатом я довольна. Вам желаю тоже творческих вдохновений. Развивайтесь, не бойтесь, творите. Радуйте себя, своих родных и близких. На этом все. Мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока!